Ну засунь ты ему уже просто этот кубик. Давай сюда кубик. Вообще, мама, она очень... Да, я очень. Дай мне Я Ксюша. Я Лео. И вы снова на нашем канале. Сегодня, как мы и обещали, снимаем видео с папой. Потому что вы набрали больше 10 тысяч лайков на челлендже. И сегодня мы снимаем видео «Без не откусили ничего». И сегодня мы снимаем челлендж «Без не откуси или ничего». Но мы решили изменить нашу игру. У нас не будет слова «ничего», а «съешь». Мы сегодня будем вытягивать бумажечки. Показывай, папа. Аплодисменты. Аплодисменты. Давай. Мы будем вытягивать по очереди. И у кого что выпадет, то будет. А перед тем, как мы начнем, подписывайтесь обязательно на наш канал. Нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. А мы начинаем. Я уже вытянула теперь. Папа. Какое? А это мое. Эй, какое хочешь. Так, что у меня? Туара себе. Откусить. У меня слово «откуси». У папы «съешь». А у меня «лизни». Так, Тимя. Раз, два, тут слово. Окей, вам оно. Папа понюхает сейчас. Нет, это вкусно, это сладенько. Раз, два. А что это такое? А мне что надо? Это зефир с кетчупом. Ксюша, только откусить. Ксюша, ты откусила больше половины. Все. Тут есть кумер тодо. А папа должен съесть всю вот эту. Ну, а брюю не могу кумер тодо. Да. Надо все съесть. Надо все съесть. Амбуланция? Алло? Тодо. Все съесть. Вкусно с кетчупом? Да. Да. Тодо. Ой, принцесса. Вкусно, Ксюш? С кетчупом. Сладенькое, с солененьким. Ничего не будет болеть. Вот, все. Все съел, папа, молодец. Да, вытягивайте бумажки. Попи. Три. Два. Надеюсь, папе не попадется, съешь. Ксюша съедает. Папа, лизни. А и Маргарита, откуси. Раз. Ваше меню? Два, три. Ой. Я это обожаю. Самое большое. А папа это не любит. О. Это лучок маринованный. Ой, а папе он не нравится. Но папе повезло, что ему не попалось. Съешь. Мне откусить. Я обожаю лучок. Он же такой вонючий. Особенно маринованный. Вкусный? А папа не любит, вообще не переносит лук. Ну, все, начинается. Дай, пока папа настроится на лучок. Ну, это просто лук. Тяните бумажки. Третий раунд. Бэха. Раунд. Три. Надо с закрытыми глазами. А то вдруг там ты уже знаешь, как выглядит, какая бумажка. Что, лизни? Ксюшке лизни попалась. Моё вот это. Я хотела съесть. А папе тогда откуси. Отконкин. Откуси. 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 Раз, открывайте. Два, три. Та-да! Кто это? Это мелон. Это зеленые кубики. Как вы думаете, что это? Это мелоны. Ну что ой, это? Пахнет васаби. Васаби? Не да. Я люблю сыр. Это сыр? Молодцы, угадали, это сыр. И сыр в васаби. А мне что?
что было? Ага. Ты лизнула? Все, она лизнула. А тут я сказала. Папа должен откусить. Это васаби, вообще-то острое должно быть. А я люблю васаби. Ну-ка. Да, давай. Он как жирафа. Не лизни, а откуси. Да засунь ты ему уже в рот этот кубик. Острое? Это пикантное. Острое? Нет. Давай уже, Маргарита. Все полностью. Нормально? Да? Да. Давай Маргарита, ты выбирай. Давай первая. Uno, dos o tres? Tres. Uno, dos. Dos. Откуси. У Маргариты лизни, папа откусит, а Ксюша съест. Вы колдуете, что ли? Три. Та-дам! Ой, ты столько хотел лакриться. Угадали. Это лакрица, которую мы терпеть не можем. Папа должен откусить. Маргарита, лизни. Все. Нормально лизни. Папа, откуси. Паписа. Кажется, там мало. Сначала я. Я не знаю, кому нравится, но есть все люди, которым нравится лакрица. Это Карине нравится. Все? Ксюшечка. Тебе больше всего повезло. Или там... Такой кусок большой съесть. Ты не можешь кушать? Да. Да. Не можешь? Но не ты керала маскасте. Да, ты вай перденно. Да, Ксюше мы не засчитываем. Ксюше не засчитываем, потому что Ксюша не смогла съесть. Спасибо. Три. Два. Два. Откуси, съешь. Папа съест. Маргарита, лизни, Ксюша, откуси. Приятного аппетита. Чем пахнет? Чем не пахнет? Не пахнет? Три. Что это? На, и кавиар. Это икра черная. Это синяя. Тебе нужно. Дырку. Тебе нужно кусать, Ксюша. Вот так, это зубами. Да. Маргарита. А папе нужно все съесть. Вот шкрепит. Пап, ты что, не пробовал никогда икру? Папа сейчас будет плакать. Папа никогда в жизни икру не пробовал. Как так? Ну, если ты хочешь, можешь не кушать, но ты не заработаешь бал. Tu vas a perder el punto. Папа не может кушать. No, eso todo. Да, я же не могу. Папа проигрывает. Все, папе не засчитываем бал. Маргарита пока выигрывает. Следующий раунд. Следующий раунд. Раз, два и три. А ты всем раскидай, да и все. Чи-чи. Это да, вот. Наугад вот так раскидаем. Да. Ну-ка. Лизни. Лизни. Откуси. Папе съешь? Что ты им прикол? Откуси. Ну папа же кушать хотел. Раз, два и три. Ой, кукуруза. Кукуруза. Только кукуруза сырая. Нет, она сырая. Папа должен всю съесть. А что? Ну ты ничего не почувствуешь, когда она. А папа должен съесть. Ты должен все. Ну это еще не целое, это еще маленькое. После челленджа я хочу попробовать. Да всего лишь кукуруза. Спереди. Подожди, понравилось. Вкусно?
Понравилось. Папе сырая кукуруза. Он посъел целую кукурузку. Так что засчитывается балл. Всем. Маргарита только облизывает, а папа только ест. Маргарита говорит, я тоже хочу что-то съесть. А не только облизывать. Не только. Следующий раунд. Предпоследний. Уже? Да, уже предпоследний. Ну, у нас все какие-то... Давай-давай, раскидывай, раздавай. Странные штучки, которые я еще никогда не видела. Да еще не все странные штучки, есть еще одна странная. Съешь! Лизни. Папе лизни и Маргарите откуси. Давайте. Что там? Что там? Я не знаю, что это. Это помидорки, по-моему. Да. Но они какие-то странные, там что-то есть внутри, секретик. Понюхай, чем пахнет. Сыр, может быть, там? Пахнет помидором. Помидором пахнет. Да, сыр, помидором. Вообще, мама, она очень... Да, я очень... Что, острая? А кому съесть? У нас нету молока. Кому у тебя съесть? Там не написано острая. Ну-ка, папа, пускай попробуй. Мама. Папе лизни. Мама! Острые? Очень. Я не буду кушать. Так тебе нужно откусить. Ну, у нас нет. Откуси только помидорчик, не то, что внутри. Ну-ка попробуй помидорчик рядом откусить. Это ли, или это перчик? Я что не буду. Это? Всё. Я что-то купила сама. О, мама. Дай его. Ты не будешь? Папа выполнил задание? Я выполнила. Ксюша не выполнила. Надо молоко. У нас молока нет. Ксюша отказывается есть. Если честно, я даже не знала. Я думала, это помидорчики с сыром. Я не прочитала. Это, оказывается, перец еще и острый. Папа выполнил задание. Маргарита выполнила. Ксюшка отказывается. Теряет я балл. Я пока что выиграла. Так, последний раунд. Я вот сама всем раунд раздам. Я сейчас перемешаю. Так, это папе. Это тебе, это тебе. Съешь. Откуси, а папе лизни. Аки, levanta la tapa. Он вкусно пахнет. Потрогай, он не живой? Может, он живой, потрогай. Я хочу жевать. Смотри, какой он красивый. Там голова Марго. Ну-ка. Фу. Ку-ку, калмантик. Он хоть... Да. Тебе нужно было откусить? А кому съесть? А мне что съесть? Представляешь? Да, но только не весь ты будешь есть, а именно вот одну вот эту вот. Да. Ну давай, папа лизни, папа лизнут. Папа хочет съесть. Да, маленькая мама. Вкусно? Прям весь засовывай в рот и кушай. Ну ты шо, блин? Да. Который даже живого кушать, но... И с головой. Ужас. Ну давай. За 5 франков готово на все. Бла-бла-бла. Не жуется, что ли, резиновая? Все съела, открывай рот. Молодец. Кару, ты размазывай. Подводим итоги? Да. Подводим итоги. Ну что, ребят, наш челлендж подошел к концу. И победитель у нас Маргарита. Yes. Второе место папа. И третье Ксюша. Yeah, right. Ну что, ребятки, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Так, чуть-чуть, что-то интересно.